Всем привет, с вами Ганстер, и опять это надпись Made with KineMaster. Но сегодня я вам расскажу, как же сделать стилус для iPad, iPhone, для планшета, ну а для Android планшета и для мобильного телефона. Ну да, для смартфона, короче. Для этого нам понадобится ножницы, фольга, которую я стырил у мамы, и ручка в форме Apple Pencil. Ах, да, я забыл, это гайд, как сделать Apple Pencil, если ты рукожоп. Значит, берем фольгу и вырезаем ее в один квадратик. Ну, или прямоугольник, я в квадратике такой получился. Значит, берем ручку и как бы эту фольгу и обхватываем этот колпачок от ручки. Дальше надо сначала эту ручку намазать клеем. Потом объясню, зачем это будет нужно. А потом берем, значит, и вот так вот обворачиваем фольгу вокруг колпачка. Обязательно надо, чтобы эта фольга заехала, ну, зашла вот в дырку, чтобы фольга держалась. Ну, вот я не рассчитал, у меня это не получилось. Возможно, у вас получится. Вот. Потом вот так вот мы выравниваем, чтобы было все ровно. И потом просто берем и закрываем. И все, у нас уже рабочий Apple Pencil. Но нужно его удлинить, фольгу точнее. И мы берем, так вот, значит, обмазываем остальные края ручки клеем, для этого это было нужно. И просто берем, вырезаем второй прямоугольник, либо квадрат. И тупо обматываем. Самое главное, чтобы вот эта фольга намотанная касалась вот этой вот фольги. Вот такой прикольный на минималках у нас получился. Давайте мы попробуем, точнее, его на iPad, в моем старом, древнейшем просто. Я это говорю за тем, что вообще Apple Pencil должен как-нибудь поддерживать, господи. Сейчас яркость на максималку сделаю. Вот, смотрите, короче. Так. Берем, и, как вы видите, все работает. Вот, в игру даже какую-то зашел. Ну, короче, понятно. Давайте же я вам покажу это все на телефоне. А, да, кстати, вот так вот на клавиатуре можно все это вбивать. Ну, нормально. Теперь давайте же мы опробуем на телефоне. Так, вот я его и притащил. Ярко сделаем на максималку, чтобы было все видно. Сейчас, блин. Ну, не всегда он работает. Вы же видели, как я его сделал офигенно. Во, заработал. Вот. Как видите, он работает и не всегда, короче, будет получаться. Сейчас надо найти программу эту для рисования. Ой, я ее удалил, по-моему. Ладно, вот такой вот гайд по Apple Pencil получился. Вот. Короче, всем пока. А также передаю привет Стичу.